Вопросы есть? Этому смартфону 2 месяца. И вот ровно через 60 дней пленка начала отслаиваться, под нее попадает мусор, и выглядит это все катастрофически хреново. Вот такая классная штучка. Ну что, извлекаем, пока откладываем. При этом, если вы помните, эта пленка не является защитной. Она является некой составной частью экрана, без нее ничего не работает. Поэтому мы несем этот смартфон в сервис, где нам за 4-5 тысяч рублей ее переклеивают, и еще 2-3 месяца можно пользоваться. Переходим в режим, как они называют, видеокамеры. А с другой стороны... А, вот оно. Вот он, режим видеокамеры. Здесь у меня получается управление, а здесь сама картинка. То есть можно вот так, например, хыть и снимать видосик. Как профессионал с навороченной видеокамерой. Я в своем телеграм-канале попросил проголосовать, как у вас вообще проходит ситуация со складными смартфонами. Огромное количество людей в комментариях присылает фотографии, что и Моторолы летят, и непосредственно флипы отлетают, и другие смартфоны тоже. От себя хочу заметить, что BlackView Hero 10 у нас в использовании уже больше 2 месяцев. Сначала недельку его пользовал я, потом жена 2 месяца. Она его роняла, видно по бамперу. У бампера отсутствуют куски, мы уже попросили у китайцев новый. Аппарат в идеале. Предлагаю тоже в телеге произвести голосование. У кого поломанный BlackView Hero 10?